курочкой. А подарочки кто-то украл. В считанные минуты к 53-й школе Барнаула прибыла полиция. Найти злоумышленника, укравшего новогодние подарки, помогали сами пострадавшие – первоклассники. Преступник и не догадывался, с кем имеет дело. Эти ученики еще те полицейские. Они занимаются в правоохранительных классах. Ребята с легкостью вышли на след похитителя, но отдавать подарки так просто преступник не захотел. А подарки вы найдете, когда пройдете все конкурсы. В качестве испытаний школьники читали стихи, водили хороводы и, наконец, вернули заслуженные подарки от Деда Мороза. Все в целости и сохранности! Все в целости и сохранности! Хорошо, вы успели не воспользоваться! Непростой квест для своего подшефного правоохранительного класса придумали и провели сотрудники МВД. Акция под названием «Полицейский Дед Мороз» проходит сейчас по всей России. Сотрудники органов внутренних дел посещают подшефные учебные заведения, дошкольные учебные заведения, детские дома, социальные приюты. Ну а цель одна – поздравить ребят с праздниками, подарить хорошее настроение. А еще это хороший повод напомнить самым маленьким школьникам о том, что важно быть законопослушным человеком. Ведь за любое, даже самое мелкое преступление ждет наказание. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.